Завершается 27-я международная выставка «Агропродмаш» 2022 года. Время уже подвести небольшие итоги ее. Компания «Бегорад», как всегда, привезла большое количество технологического оборудования для того, чтобы можно было продемонстрировать нашим партнерам, заказчикам те инновационные решения, которые на сегодняшний день существуют на мировом рынке. Несмотря на всю сложность внешнеполитической ситуации, наша компания и наши партнеры поддерживают тесную связь с нашими заказчиками в Российской Федерации и в странах СНГ в том числе, оказывая всевозможную как техническую поддержку, так и технологическую, поддерживая наших заказчиков во всех отношениях. В этом году мы постарались привести много новинок для того, чтобы наши заказчики тоже видели общие тренды, которые существуют в технологическом оборудовании. Привести уникальные решения в области формовки продуктов. Это и сосисочные, как раз линия, которая стоит сзади меня. То есть уникальная машина, высокоскоростная Femec LPG-218. Проверенные решения также мы продемонстрировали в области упаковки. То есть это линия компании SuperVac, ведущего австрийского производителя упаковочных машин. В этой выставке мы также продемонстрировали уникальное решение в области термообработки. То есть это термическое оборудование завода Femec Anlagenbau. Уникальное решение в области термообработки высоких рам высотой от 2,5 до 6 метров. С уникальной технологией, которая позволяет на 20% получить сырокопченые продукты быстрее, чем это делают наши остальные оппоненты. Мы считаем, что данная выставка прошла успешно. Тому свидетельствует большое количество контрактов, заключенных во время проведения выставки, большое количество намерений, которые мы получили от наших партнеров, как уже существующих, так и новых партнеров, которые приняли решение приобретать современное технологическое оборудование. Мы с оптимизмом смотрим в будущее и хотим заверить наших заказчиков, что все наши обязательства будут исполнены, и мы сможем обеспечить своевременную поставку и запуск заказанных ими машин.